Тогда разрешите, мы начнем. Вот Нину Петровну мы только не видим. Наталью Петровну, я оговорился. Вот теперь видим, но не слышим. У вас микрофон отключен. Сможете включить? И у вас еще, Наталья Петровна, очень слабое освещение. Освещение полумрак. Есть несложно. Но я думаю, что услышит нас Наталья Петровна. Итак, у нас сегодня тема «Гарвардский метод принципиальных переговоров». Мы эту тему в этом составе не рассматривали, насколько я помню. Рассматривали ее вскользь, хотя тема пронизывает всю суть наших занятий. Косвенно мы ссылались на гарвардский метод принципиальных переговоров при рассмотрении фазовой модели медиации, ориентированной на решение проблем. Поскольку большую часть нашей квалификации составляет участие в деловых переговорах, неплохо бы владеть гарвардским методом принципиальных переговоров более уверенно. Как вы думаете? Он постоянно применяется на практике. Хотя этот метод имеет свои ограничения. Сначала мы познакомимся с этим методом, а затем постараемся понять, как преодолеть ограничения, вызванные спецификой России или казахстанского общества. Но в любом случае необходимо помнить, что ни один из методов нельзя доводить до абсурда. И вообще говоря, каждый научный метод имеет границы своего применения. Давайте начнем. Как вы меня слышите, уважаемые коллеги? Как, Наталья Петровна, хорошо. Вы меня слышите? Нормально? Все теперь хорошо. Теперь хорошо. Замечательно. Я сейчас вам покажу презентацию. Постараюсь изложить ее кратко. Затем мы перейдем в обычный режим. Вот, Валерий Попов к нам присоединяется. Замечательно. Валерий Анатольевич, добрый день. В Липецке еще день. Как вы нас слышите? Нормально? Или плохо? Я вас слышу хорошо. Надеюсь, но я, к сожалению, ничего не смог сделать со своим звуком. Нет, у вас звук сегодня великолепный просто. Сложно сказать, от чего это зависит, но да, это вам спасибо, что у вас такой хороший звук сегодня. Ну, давайте попробуем. Не прошли даром мои усилия. Хорошо. Благодарю. Уважаемые коллеги, давайте продолжим. Вы сейчас увидите слайд-презентацию. Я ее вам демонстрирую. И постараюсь настроить так, чтобы я видел одновременно вас и слайд-презентацию. Надеюсь, что у меня это получится. Сейчас. Так, вот я вижу Валерия Анатольевича. Тема называется «Гарвардский метод принципиальных переговоров». Кому-то он уже из вас знаком. Метод необычайно полезен на практике. Так, чувствую, что можно немножко увеличить размер слайда. Вот, сейчас вы видите его хорошо, да, этот слайд. Здесь создатели метода. Слева Роджер Фишер, справа Уильям Юри. Уильям Юри является учеником Роджера Фишера.